оставлю заботы, снарягу гружу. Сегодня ныряю, а значит живу. Два мира, две жизни теперь у меня. Дорога к воде, нет любимей тебя. Два мира, две жизни, где вся красота на срезе стихий. Земля и вода, как сильный наркотик, зовет глубина. Всегда возвращайтесь на берег, друзья. Фридайвинг наш папа, охота как мать. Я выпью за то, чтоб друзей не терять, чтоб была удача с весны до весны, чтоб жабры не сохли, блестели стволы. Два мира, две жизни, где вся красота на срезе стихий. Земля и вода, как сильный наркотик, зовет глубина. Всегда возвращайтесь на берег, друзья. Мира, две жизни, где вся красота на срезе стихий. Земля и вода, как сильный наркотик, зовет глубина. Всегда возвращайтесь на берег, друзья. Вот мы опять находимся в Бокситогорске, в гостях у Паши. Вот, мы уже сделали майну, вот, перекусили, покурили кальянчик и на такой вот ружке выдвигаемся в сторону проруби. Вот. Сегодня здесь явно больше народу. Есть еще группа дайверов, вот, ныряющие в Диснейленде. Ну, мы пойдем немножко подальше. Сегодня пойдем глубоко. Будем искать 40. Ну, конечно, не найдем. 33, 35, что-то типа того. Может быть, и увидим. Вот она наша новая майна. Вот наша старая майна. Вот наша новая майна. Она рядом. А вот наша еще одна майна, которую мы сделали. До вечера. Вот, чтобы нам было удобнее всем нырять. Все будем нырять на новом, недавно найденном дайв-сайте, где есть плато, вот, и есть спуск на большую глубину. Находится рядом с Сороковкой. Вот такой ледок. Да, опять двухслойный. Помахай. Я за него. Окей. Да-да-да, ку-ку. Верхи мои тяжкие, дик, копытца. Бери, потому что я сейчас такой буду, ой, веселый мальчик. Какой-то системы с подпиранием коленом? Пока не выработал. Понятно. Думаю, еще пару раз и... Будем знать, да. Пока что рандомно. Здесь кнул, здесь кнул. Угу. Угу.
снять его можно, одеть его самому можно, но, блин, не нужно. А ты видел костюмы, где молния здесь на пузе? Вот эта вещь. Я такой видел, их делает тайфун. Тайфун, он такие техническая линейка. Ну типа техническая линейка. Там костюм, грубо говоря, у него, знаешь, как у УГК аппендикс такой. Ты в него врезаешь через живот, ничего нового, потом закручиваешь вот эту фигню. То есть там молнию застегиваешь, потом закручиваешь и ее связываешь сзади на ее очередь. Достаточно удобно, но с другой стороны, да, как бы спорт командный, поэтому... Может и не надо с ума сходить. Смотри, как они запутались. Если ты не солодайвер, то как бы солодайвер на всю голову. Потому что я его не пошел там. Теперь я вот так. Когда ты мне во второй раз дернул, я уже понял тогда. Блин, все-таки на декастопе-то. Блин, прохладно. Ну, после, можно сказать, до 32, наверное. Еще так, куда ни шло, без фонаря спокойно. На 18, 20, 22, без фонаря вообще никто не будет смотреть. Вот, идет до 32, где-то такой небольшой белесый слой. И ниже, конечно, уже темновато. Но все равно, при желании можно без фонаря. Вот, но с фонарем... Тебе, смотри, ты вяжешь узел на конце. Чтобы удобно было вытягивать вот на одну и на другую. И вот после вот узла вот палец достаточно. На мотоцикле легкость хорошая. А? Вот они, следы преступления у тебя на ляжках. Да, да, я понимаю. Это чего? Это он там где-то упал. Плавучий? Не идеально. Плюхнулся. На левой ляжке тоже. На левой ляжке тоже. Но не намутил. Лёша. Лёша! Сейчас поможешь, хорошо? Чатки надеюсь? Да, смотри. Я тебе сразу проверю. В прошлый раз еще ходил. С датчиком не дружил. Это как-то не очень меня радовало. О, новую батарею выиграла. Что? Лобатери? Новую батарею, да. Ну, на раз-то хватит, а потом поменять. Нет. Слушай, раз в год менять надо, блин. Даже теперь большеваты стали. Чем у меня все боты, блин, немеренные какие-то. Ну, держится. Первый раз? Ну да. Одеваешь, да? Какие перчатки? Нет, второй. Сухие. Второй? Да. Мим, Миша, вот смотри, вот это вот зря. Это вот заправки, пусть он там где-то болтается в глубине. Как ты это начнешь затекать, то тебе уже без разницы. Через 10 секунд или через 5. У тебя воздух начнет выходить, прежде чем вода начнет попадать. Поэтому не надо. Вот пусть они там болтаются в глубине и все. Ты сдернешь перчатку, все равно тебе придется и это сдергивать, а это ты нащупаешь. Это считается, что я должен делать, типа, как бы сняя полностью перчатку, да? Да, это вот, да, ты туда засунь, да и все, и нахер, чтобы оно не мешало. Там. Вот, смотри, Миша. Так, спасибо. У тебя щечка выпала. У вас ус отклеился. И рейдфоксы стоят. И они туда залезают, по крайней мере. Нормально, да? Слушай, посмотри, у меня тут нормально все скользко. Сейчас, Миша, я посмотрю. Видишь, тяжеловато, да, идет? Чуть-чуть.
Нормально. Силиконом мазал? Силиконом, потом парафином. Не знаю, силиконом. Мне Ваня сказал, что можно, он силиконом мажется. Не надо. Залетать будет. А чем мазать? Парафином. На кольцо вообще ничем не мажется. Очень лишь легко заходит. Не нравится ни хера. Руки вверх не поднимай сильно, чтобы не сорвало. Ну все, все. Все, все, все. Ага. А пальцы просто так надеваешь. Все. А подожди. Ой, куда ты? Там опоры не надо. И что, веревку подвязать надо? Кусочек нет такого? Ну, кольцо, кольцо, кольцо снимает. Ну, рукой попасть. Еще воду несу потом. Подожди. Стой. А сейчас тебе привяжут веревочку под одеваю. Правую, под левую. Ну, я просто тыщу и перчатки пока. Я еще и камеру не взял. Ага. Не было это... кольца. Я. Так, камера, да. GoPro. Thank you.
Они же отмирали себе, да? А эти пошли греться. Они еще пойдут на дачу. А Вологодский я не знаю. Там у них... Что с ними там елки зеленые? На каньоне там тусоваться. Они там все до метров 15 дойдут хоть? Так а там же сразу сок засадят. Засадят? Thank you.
Слышал?
Ага, спасибо. А? Фу, спасибо. Миш, а ты чё весь в крови-то? Чё? В крови весь. Ну чё? Значит, вас пошла, наверное. Это увля. Сейчас вытрусь. Фу. Водой там. Очень много деки добрал. Да. Я не снимаю. Сколько набрал деки? Зато нас прочистил. А? Сейчас все расскажу, только это сложусь. Миш, помойся так потом. Ну главное, я не замерз. На самом деле тепло. А ты сухой? Да, абсолютно. Слава тебе. Наконец. Вообще все хорошо, все в порядке. Слава тебе, Господи. Новый костюм. Что-то как-то там так захотелось погулять, что я собрал минут 25, что ли. Потом я задолбался здесь стоять. Хватило, хватило, все в порядке. Если на стейдже уже дышал. Че? Ну хватило под потолок. Зато я нос прочистил, так? Что теперь болеть не буду очень долго. Ну я реально задолбался, я стоять на этой жете. Господи, бедные эти карики. Это так скучно, блин. 25 минут я по 6 метрах крутился, блин. Ты где-то стоял 25 минут, говорит? Ну я не стоял, я ходил, конечно. Стоять-то, если честно, неудобно. Ну, выходил вдоль. А я вот замерз тут же, сидя. Вообще не замерз. Костюм хороший. Первый раз? Что? Первый раз нёл? Ну, слушай, так серьезно, да. До этого как бы на 4 метра нырял там. Там, понимаешь, непонятно немножко. А так, чтобы залезть на сколько там, на 70 минут? Да, наверное, наверное, первый раз. Да, дышал много. До сих пор еще упрыгивает. Че? Бурлаки на Волге, да. До сих пор булькает. Столько надышали, что воздух до сих пор выходит. Волной, да? Прям такая волна из-под льда. Блин, клево, не холодно. Что я могу сказать? Костюмчик отличный. Просто великолепный. Какие-то непонятные ледовые насекомые. Что это? Что они делают посреди озера на льду? Непонятно. Вот так. Раз, два, три. А! Ой, блядь. Вообще потрясно. И пойдем в тот угол сплаваем. Стайерская дистанция! На финише спортсмен Иванов или как там? Он как-то порылся, он же плавал. А, да не приставай к вам. Ай, как хорошо-то! А мощно? Тянет. Ну, нормально, видишь, я сюда вот эту штуку положу. Пускай, Денис.
Ну я, конечно, плавал. Я! Чуть-чуть. Ну, да ну нафиг. Давай, давай. Троекратное христианское. Аккуратненько. Да, всё. Я не такой прокачанный мозг. Ты снимаешь но неправильно, это нельзя будет. Сынок, ну ты замажешь. Ну ты, да. Учись, а то так и будешь ключи подавать.